Ну что, господа, черные небеса нас догнали. Вчера вечером только установили палаточки, но мы знали, что как раз к 10 должно быть, что-то должно быть. И как полило. Вон наши две палатки. Лагерь. Приехали. Кемпинг под названием Шапка Голландца, Оланда Кипури. Это здесь местность такая очень красивая рядом, как, наверное, по образу подобия этой местности название дали. Отличный кемпинг. Есть барчик, ресторанчик, кафешка, как хочешь назови. Работает, по-моему, кухня до 9. Наверное, все очень вкусно. Не знаю, мы не были, не ели. Вот, цены на сегодняшний день были за все по 5 евро. Палатка. Человек взрослый от 5 лет, по-моему, уже считать, или 3 могу собрать. Все по 5 евро. За человека, за палаткой, по-моему, за машину. Не знаю, как за кемпера. Ну, вообще, если что, на сайте у них там вся информация подробная есть. Вот. Вечером свет, иллюминация такая приятная, не режущий глаз. Экономичные лампочки загораются. И идем в самое приятное место в кемпингах. Это санузлы. О, какая антенна здоровая. Это я подозреваю Wi-Fi. Точно не знаю. Но вот такая антенна мощная, похожа на то. Как всегда люблю приврать. Это не точно. Домики можно снимать, не обязательно в палатках же. Домики целые, не знаю. Так, единственный минус, небольшой такой, совсем маленький, это очень маленькая импровизированная кухонка. Здесь вот, видите, все автоматически у нас тут загорается. Кухонька маленькая. После кемпинга в Ниде последний раз, когда были, показалось совсем уж маленькой. Вот. Одна плитка, одна микроволновка. И готовить вчера пришлось на улице. Ну, наверное, это больше кемпинг ориентированный. Что люди идут кушать. Но зато очень уютно, очень. Даже толики. Все автоматически загорается. Ой, это толик, где душ? Вот, кстати, душ надо найти мне. Вот. Вот и душец. Окей. Ну все. Конец связи. Кстати. Очень классно сделано, автоматизировано. Все, свет загорается, вентиляция включается. И гигиенически довольно удобно эти стены, я подумал. Мыть их отмывать удобно.